Наступило лето, жара, солнце палит нещадно. Вот эта панамка совершенно не защищает от солнца. И я решил сделать себе сомбреро. Обычная картонная коробка от стиральной машины. Здесь хороший плотный картон. Кладем это на стол. Вместо шаблона велосипедная покрышка. Размечаем ручкой. Я весь процесс не показываю. Берем нож или ножницы. И вырезаем по кругу вот такой вот контур. Это выбрасываем. Берем для разметки кастрюлю, ближайшую по размеру к голове. Ставим, размечаем. И делаем вот такие вот радиальные вырезы. Вот. Получается вот такая вещь. А теперь демонстрирую. Вот. Это сомбреро.